Сюда, Николай. Любит, любит. Люба. На. Малина. Каша. Надо выбрать всю, скажи. Ну, Люба. Арбузы ест вроде, да? Да не любит. Да не, целые лежат. А, ну я его резала. Малыш. Он рыбную кашу тоже ест, но молочная ему больше нравится. На всякий случай надо поесть. Угу. Вдруг пока пальцем отвлекается, он что-то сопрет. Это мы еще не все ягоды съем. Конечно. Все маленькое. Еще пол ведра каши осталось. Да, а то подумают, что это маленькая такая порция. Два ведра каши как с куста на сутки. Пол ведра молочной, где-то две трети рыбной. Ну и плюс овощи, фрукты. Мы же растем, мы скажем, мы надо много кушать. А то спать не ляжем. Прям не отрывается. Скажи, очень неудобно. Малину вытаскивать из каши. Ну, хорошо, что я все это люблю, скажи, да? Йогурт настоящий. Это не йогурт. Йогурт как и с молочной продукцией. Ага. А это свежая кашка. Ой, наконец. Вздохнуть надо. Не получается. Никак не оторваться. Так вот. Кайф. Угу. Сейчас подъешь немножко. Он будет недоволен, если будешь задержать. Ну, ничего страшного. Я же заберу, чтобы отдать потом, да? Ой, сколько еще там малины осталось. Это ж полная миска. Она все утонула. Правильно, а как же. Ванька себя так же ведет, кстати. Ванька себя так же ведет. А лапу что-то капнуло, надо с лапы слезать сначала. Теперь уже по штучкам выедаем ягодку. Почти до дна, скажи, достал. Поэтому. Да, все, можно передохнуть. Слушай, никого не слушай.
Ну что, вторую порцию уже не будем, да, снимать? Дашь? Все, опять малину спряталась. Что найдется потом? Опять докапываться. Приятного аппетита. Приятного аппетита тебе.